Отпуск окончен, пора тренировок. Гандболистки Ростов-Дона начали готовиться к новому сезону. Об общем функциональном состоянии рано говорить, а то, что ни одного кабанчика не пришло с отпуска, это в принципе здорово. Все подтянутые, кто-то загорел, кто-то нет. Значит, особо, думаю, втягиваться долго не будем. Сезон стартует 6 сентября, а уже 17-го ростовчанкам предстоит проверить свои силы в Лиге чемпионов. Ростов-Дон отправится в Данию на матч с Виборгом. Это везучесть наша ростовская. Первый раз в Лигу чемпионов и сразу на Виборг. Это, как всегда, то, что самая титулованная команда в Европе на сегодняшний день, это понятно. Но, с другой стороны, на ней можно и проверить, что мы себе представляем на сегодняшний день. В межсезонье Ростов-Дон пополнился 4 игроками. Кроме Натальи Курбановой и Эмилии Турей, перебравшихся из испанского Иксако, в рядах ростовчанок будут выступать Ольга Ващук и Мария Гарбус. Что касается Маши Гарбус, я примерно представляю, что это за игрок, потому что видел ее в игре за Майкоп. А Оля для меня пока что открытие. Я не видел ее ни в видео, ни в прошлом году я смотрел, как она играла за сборную Украины. То есть у меня это отложилось. Но то, что она являлась в своей Корнексе лидером в Венгрии, ну, я думаю, споемся. Мария Гарбус перешла в стан Ростов-Дона из майкопской АГУ АДИ, в котором провела 2 сезона. В 2008 году в составе юниорской сборной России она получила титул чемпиона мира. По итогам минувшего чемпионата заняла 5-ю позицию по заброшенным мячам в общем рейтинге. Для меня это будет, так сказать, новый уровень, потому что в Лиге чемпионов я еще не участвовала. Но будем стараться, будем бороться, будем претендовать на чемпионство. Как бы это сложно не было, будем бороться. Игрок сборной Украины Ольга Ващук перебралась в ряды донских красавиц из венгерского клуба «Алкоа». Подруга Регины Шимкуте в новом клубе сразу заметила отличия в тренировочном процессе. Отличия очень большие, потому что я там практически, как бы, у нас были легкие тренировки. И вот даже сейчас у нас втягивающие, ну, такой хороший, скажем, втягивающий. А там были очень легкие. Поэтому разница очень большая. Коллектив мне очень нравится, очень хорошая команда. Все меня приняли очень хорошо, как бы, у меня нет слов, мне все как бы очень хорошо. Сегодня донские гандболистки улетели на первый учебно-тренировочный сбор в Хорватию. Команда будет тренироваться в городе Риека. Там же с 17 по 25 июля Ростов-Дон примет участие в клубном чемпионате Европы среди студентов.